Буэнос диас, братва. Ядерный разрывной заряд ваш экрана, это значит, что мы наконец-таки идем громить оружие куда? Потому что мы уже внутри. Так, ворота. Так, патроны мы закупили в самом конце прошлой серии. Там еще была сцена после титров, если кто не помнит. Well, that's just inappropriate timing. I got tired of waiting and was hoping to be dead before you got here. I can't stand this place. Make you a deal. If you best me in this fight, which seems likely, maybe you could just blow the planet up entirely. Kill all of them. That's the fairest thing to do. Запахло мясом, господа, не находится? Наконец-то мы с тобой один на один, Кантоне. Так, ну Нокса мы в принципе положили с полуторной попытки.
какие-то моменты он дал покурить. Ну, все-таки могло быть сильно хуже. Единственный минус того метода, который вы сейчас увидите, это то, что придется начинать сначала в каких-то моментах. Либо вынести к херам. Самого себя, либо выйти и зайти. Синий, желтый, голубой, оранжевый. Запомните. Я специально не буду крутить мышцу, чтобы скрин можно было сделать. Ну да ладно. Thank you. With Nox out of the way, I don't need to hide my signal anymore. Find the control room overlooking the warehouse floor. The computer interface for the detonator should be there. Athena out. И вот смотрите, вот это вот дверь. Вон компьютерный интерфейс, только к нему после того, что я сейчас делал, подходить нельзя. Что, набиваем карманы стволами. Так, раз это снайперка, значит, $70,000. Что ж там за модификатор там? Так. Растрелять меньше. А, тут навык немножко новый. Вообще, в первую очередь, надо вскрывать сундуки Апекса. Потому что в них было от перламутровой пуколки. Вот это выглядит такое. Ну, точно чутка повыше толку. Заодно здесь можно отфармить ачивку по сундуке. ДПМ в итоге получается чуть меньше. Так, теперь касаемо алгоритма фарма, вот ту комнату, в которую вы упали. Вы прошли. Теперь подбегаем сюда. Делаем вот так. Смотрим, попалось ли что-то годное. Так. Рейнджера нахер. Сколько стоит? 65. Берем. 60. Берем.
эти вот стрелки управляют, собственно, платформой. После центра вверх. Не, херня. Так, это что? Грибовичок. Так, это мы сейчас вверх вскрыли, правильно? Главное стараться прыгать с разбегу, например. Можно улыбаться. Так, я просто ищу пушки, которые будут не очень дорогие. В частности, дороже 50 штук. Да, ценс я завернул, конечно, конский. С другой стороны, почему бы и нет. Теперь выпрыгиваем сюда. Вскрываем сундук здесь. Здесь дешман лежит. Я, наверное, встану вот там у ограждения и скидаю. Так, еще сундук. 17 тысяч, 109 тысяч. Козырно. Мне поделиться этим. Там 24, 12, 15, 29. Так, теперь сюда я сброшу все барахло. Я же говорил, 50 тысяч. Лети. 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 Лети, наверное. Лети, лети. Барахло очень весело рассыпалось. Так, дальше. Лезем на третий этаж. Главное не подходить слишком близко к комнате управления лифтом. Так, что здесь? Так, 35, 15. Херня. Вон еще один атласовский сундук. О, любитель халявы. Еще экспа перепала. Так, 60. Берем. Берем. Ну и на всякий случай не забываем сверяться. Вдруг то, что мы подняли, окажется пизже, чем... Так, иридианские пушки стоят копейки. Потом снизу морочные. Вот она, кстати, комната управления находится прямо вот там. К ней лучше не подходить, по крайней мере, не активировать. Херня. Поделиться этим? Так, 19. Так, ну ракетницы мне, в принципе, нахер не нужны. Вот это вот дело, оббегаем по кругу, внутрь не заходим. Иначе придется долго и нудно лечить сохранку. Ну, как сказать долго и нудно, просто надо знать, куда тыкать. Есть из чего выбирать. Так, 23. О, 50, берем. Так, 60.09, тоже мимо. Так, и если вы все сделали правильно, вы должны навернуть практически ровный круг. Так. Этаж зачищен. Тут как повезет, можете просто вот так пропрыгнуть. Можете идти дальше. Так, далее у нас на очереди мостик. Ну, хотя вот эти вот два можно скрыть. Во времени мы все равно не ограничены, поэтому нас-то ебать особо не должны.
открываем вот этот сундучок. С револями, кстати. Так, 334, 113, 99. Теперь смотрим на ценники. Мимо. Так, там чисто, там сундука нет. Значит, проходим по мосту. Хватаем, не хватаем. Вот здесь, кстати, находится обходной маневр. Получается, проходя этой стороной, мы минуем комнату управления. Самого блядского лифта. Удовлетворение гарантировано. Поскольку программу «Смерть всем, смерть всему» мы еще не запустили. О, нахер. Сколько, блядь? Четыреста шестнадцать тонн. Ебались мышки анкерным болтом. Да ну! Нельзя проходить вот через эту комнату. Потому что иначе квест может, может активироваться немножко неправильно. Поэтому мы воспользуемся вот этим вот левым лифтом. Блять, не успел. Мы воспользуемся вот этим вот лифтом, чтобы, так сказать, обойти этот момент. Перелезем в лабиринт. И что тут у нас? Так, 38, 15, мимо. Здесь, в принципе, можно бродить без опаски. Там 28, 600, мимо. Это барахлишко я заберу. Там 21, 15, мимо. Так, открываем вот этот сундук. Надеюсь, никто не возражает. 98 забираю, 69 забираю. Это барахлишко я заберу. Так, 32 мимо. Так, здесь ничего. И здесь парочка. 20, 24. Так, 52. Так, всего 17. 70. И 50. Так. Теперь в левое крыло всей этой богадельни. Так. 29. 11 мимо. Удовлетворение гарантировано. Так, 24. Опа. 70. Там, по-моему, где-то еще один атласовский сундук должен был быть, нет? Так, это мы сейчас на втором ярусе копаемся. Не, пизжу, на третьем. Так, лабиринт мы обошли. Туда. А, туда мы поднимемся, точно. Чуть меня глючит. Ну, а куда упасть? Время уже к полуночи идет. Так, теперь чё? Чё мы делаем? Подходим практически вплотную к меню. Тут нужно проявить ловкость рук. Нажать одновременно Shift и прыжок. И продолжаем фармить камеру по спирали. То есть на тот момент должна быть отфармлена центр, вверх и правый ее. Так, всего 9 тонн. Так, 13600, 16500. О, пригодится. 5800.
Вообще, для меня лично наибольший интерес представляют именно сундуки Атласа. Потому что в них могут быть перламутровые. 27 и 30, это все равно. Так, 43, или теплее 14. Ой, а мы переполнили. Там есть одна снайперка. Там, давайте попробуем, ну, до 55. Ой, 37-200, как у нас тут записалось. Три штуки можно оставить, то есть у нас еще 13 мест. Ништячески. Так, теперь у нас пропарно вот эту вот все. Так, не кисло. Я его даже переодену. А вот теперь вскрылась одна проблема, потому что назад-то не заходим. Чуть-чуть не успел. Так, платформа у нас хер знает где. Это все графы прошли. Так, 7800, 24600, тоже мимо. Удовлетворение гарантировано. Мимо. В принципе, фарм получается не быстрый, но, сука, крайне мощный. Так. О, про каналы. 23. Так, это мимо. Так, мне осталось, по сути, проформить только левый бок. Если вы фармите уже под квестами, то бишь, наверное, старайтесь в первую очередь фармить атласовские сундуки. Потому что, во-первых, у них пушек 4. Как правило, 4. Во-вторых, ну, как вам сказать? Да-да, те самые перламутровые пушки. Есть шанс, что они окажутся именно в этом сундуке. Хуяк. Хуяк. Не, револьцы вообще какие-то тупые. О, здесь два атласа сундука. 19.45.
придется это еще забирать. Так, ну и все, в принципе. Нажимаем волшебную кнопочку. После чего платформа подкатывается назад, и да. Дальше идем вот в эту вот комнатуху с лансерами. Я предпочитаю сначала так вот вскрыть все. А потом навернуть кружок. Говорится, не сильно торопливо осматриваюсь. Забираю. Кисло. Нихуя себе. Я что-то вслух списал. Это так. 16:35. Четыре, 17, 15, 13. О, пистолетики. Как раз мне сейчас так. 18, 26, 10 и 19. Так, теперь вот это вот гнездилище. Так, 43, 11, 8, 18. Так, это все мимо. Пятнашка. 47, уже ближе. Блин, хочу удануть. Хорошо, что микрофон направлен, и ничего не было слышно. Легендарка, ну? Да, довольно дешевая. Так. Я, походу, опять переполнился. Когда только успеваю, блядь. Все равно попробуем не брать все, что дешевле 55 тонн. Тонн 10-100, тонн 500, о! Сколько было? 111/7. То есть без того люта ДМГ увеличивается почти в два раза. Да почему почти, даже более чем в два раза? Удовлетворение гарантировано. Сейчас я иду на риск.
Походу все, что дешевле 60, надо скидывать. Тоже мимо. Эх, все хуйня, кроме печенья. Так, здесь я уже все пробегал, в принципе. Теперь давайте попробуем все-таки запустить квест. Надеюсь, что я сохранилку сейчас не поломаю. Так, давайте посмотрю по карте, куда мне надо вообще, в принципе. А надо мне как раз-таки в комнату управления, которая находится, я так помню, на 4-м этаже оружейной. Так, только где лифт на 4-й этаж? Я его что-то подзабыл. Так, по идее, он возле лабиринта. Нет, это лифт на 2-й этаж. Ну я же не дебил, он столько было есть. А, вот он. Все равно надо посмотреть, как там организован проход. Хм. Система меня даже не пускает. Забавно. Интересно, а на ярус ниже я могу спуститься? Крауч-джамп здесь невозможен, как, например, в той же Counter-Strike. Ну что ж. С 3-го этажа получится. Хм. Угу, она меня не пускает в лифтовую шахту. Аж никто, блин, не мог и подумать, что кому-то придет в голову воспользоваться такой вот багой. С другой стороны,
это очень полезная фича в том плане, что... Не, я, конечно, не говорю, не агитирую, что он, ну, фармите сколько влезет, нет. Хотя, почему бы, собственно, и не это? Только теперь мне нужно понять, как из этой ситуации выпутаться и запустить таки дальнейший квест. Ключик-то мы ввели. Квест абсолютно не хочет ломаться. Не, ну в принципе у меня есть один выход. Так, поскольку у меня где-то была ракета вниться, то, блин, потеряв некоторое количество бабла, самым оказавшись в начале левела. 138 тысяч. Но это мелочи по сравнению с тем, что я оттуда сейчас достану. Так, здесь воротина уже опущена, Нокс мертв, и оружейка должна быть открыта. Я вот про эту воротину говорю, если что. Да, оружейка открыта. Это не было. Что, блять, это за ствол? Достаточно просто навесить крит, чтобы вырубить чувака наглухо. Вот как, блять. И что бы вы, блять, думали? Я все повышибал к чертям. Так, сейчас мы почешем носик. Войдем в дверь, но уже по-человечески. Тут на этом моменте еще можно перебить. Before you place the detonator, you need to expose the munitions to ensure their destruction. The control should be nearby. Athena, out. As soon as you place the detonator, the countdown will begin. I suggest you steal as much weaponry as you can carry before the timer reaches zero. Consider this your payment for all of the help. Athena out. Так. Ну, поскольку мы уже оказались на складе. Так, будем, собственно, тупать-то и что-то купим. Где тот самый лифт, на котором я могу съебаться? Так, то есть получается мне надо наверх. Или нет? Так, теперь пытаемся примерно сориентироваться, чтобы понять, куда нам. Если я сейчас нахожусь на третьем этаже. Угу. T-minus 2 minutes.
вот что-то сейчас не понял. One minute until you are a red smear on the sand. Hurry! Так, в принципе, можно сделать и вот так. You only have 30 seconds left. Athena, out. Ну и как же мне оттуда съебаться, позвольте спросить? 10 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Кинчик. Маленькая циферка 61 говорит о том, что это дополнение поднимает левел кап до 61, хотя бы его может быть даже и выше задрал. Бум. Блять, все равно пришлось резаться. Скажу честно, мне откровенно лениво делать прогон, поэтому делаю вот так. Потом вот так. Дорогу копать. Sugar, I've got another job for you.
Stop on by. Тоже видос для них получился. I appreciate all your effort. I wouldn't have been able to do it without you. Take this. You deserve it. Так. Теперь. Так. Переча. Так, у меня еще 2 очка волью вот сюда, в бешеную пальбу. Вот теперь я раскидался как хотел. Потому что крыло у меня стало вот крайне редко. Поэтому как-то вот так. Я понимаю, на револьвере эта херня не распространяется. Так, засекаем. 1 829 000. Что, поехали. Жутковато там, да? Так, 3 из 4 дополнений мы прошли. Вот такая вот, собственно, мишура. Наверное, на этом я все-таки прервусь. Да, наконец-то. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте пальцы вверх. Goodbye.